have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Привет! Horrific Housing у нас сегодня. Да, как-то все возвращает нас и возвращает как... Что с... Я выключил меч! Как больно в ноге. Да, много. ХПшки-то ушло много. Нет, это не заставляет меня драться. За них умерли. Ты что, уже уехал, все? Да, и он тоже уехал. Так, запрусь отсюда, поем печеньки. ХПшка потихонечку регенится, кстати, нормально. Ого. Слишком трэшовый трэш здесь происходит, поэтому мы постоянно возвращаемся. Этот режим просто офигительно обалденный, ребятушки. Надеемся, вам тоже нравится так же, как и нам. Вот, немножечко подекорировал. О, я эльф. Немножечко изменил декорацию своего дома, теперь он такой более в азиатском стиле. Хотя снег я решил оставить, потому что снег это слишком круто, чтобы от него отказываться. Котел ведьмы и фейерверки. Пусть будут на другой раз. Это твой дом напротив или что? Ну да, напротив. У тебя тоже азиатский сейчас, да? Да. У меня елочка внутри. Ты сейчас сидишь в моем доме. Вот, отлично. Я же новогодний эльф. Я буду сидеть рядом. Тут девушка на унитазе сидит. Я новогодний эльф-снайпер, извините. Слушай, зайди в огромнейший дом с рогами. Радужными. Дом с рога. Да, там черный домик есть. Зайди туда. Блин. Ах ты ж! Слушай, нажми на плей. Play song. It's raining tacos. Есть попадание. Да блин, прицелься, пожалуйста. Что с моим прицелом? О! Остановите Таноса! Зачем мне сняли Таноса, я буду людей убивать. Давай. Я сижу на толчке. Я железный человек, эльф с винтовкой, сижу на толчке. Бесконечности. У меня есть репульсор. Что с моей, что с моей рукой? Да хорош прыгать, блин, твари! Целься от третьего лица, так удобнее. По-моему, попал. Нет, не попал. А? По-моему, я бы уже с этой винтовкой почти всех убил. Вдвоем вместе. О! Ты умеешь ли пользоваться? Где вход в магаз? Вот он. Меня заперли в магазе, стой! Ха! Лох! Есть, я вышел из магаза. Ты чуть не умер. А? Ты чуть не умер. Чуть не считается. Чувак! Он пытается тебя убить. Ты же знаешь то, что его оружие не действует на тебя. Да, я знаю, я потому тоже репульсором не стреляю. Да как ты мог? Убивай! Убей, давай, сделай. Стой, а где, кто здесь еще? Он последний? Да.
Погоди, одна девушка под всем этим городом. Да, просто одна девушка под всем этим городом, она снизу. Ты как? Ее никак не сможешь убить. Как она снизу-то? Видишь, это подтягивающийся домик мелкий. Там дырочка есть, через эту дырочку можно увидеть ее. Ага, понял. Она под этим прыгает, туда даже прыгнуть можно. Не прыгай туда. Испортила воздух. Чувак, а чего у тебя щит, я не понял? Это ты ее не сможешь убить, убивай ту, которая на пределах территории. Так я и не вижу. А я тебе буду подсказывать, она на самом краю, в самом углу. Самый край, который впереди тебя будет. Да ну ёпперс это! Ладно. Блин, это было неплохо. Эта девушка съела слишком много бобов. Вообще, кто-то умрет сегодня или да? Или да. Ох, смотри, какой у меня крутой питомец. Ну, у меня облачко рядом. Ну-ка. Хочешь посмотреть на моё облачко? Тут у нас какая-то девочка с брекетами подошла. Столько брекетов, и джинсы рваные, и уточка, и вообще хорошо. Да посмотри на этот скин. Ты собрался ее замочить? Облачком. А, облачко. Обычное облачко, ядовитое облачко, все нормально, вот так орит. НЛО. ЭЛО. НЛО. НЛО. О, планета. Прикольный, кстати, пэт. Нелло, иди сюда. С такой улыбкой, блин, как ты живешь? Лол. Какой же у меня красивый дом. Домик хорош, согласен. Там смотри, из дома какие-то зеленая штука вываливает. Кажется, кто-то напердел в моем доме. Прикинь, газовое отопление. Слушай. Там где-то гроб. Слушай, качается хрустальный. Там стоит гроб и там душа. А, влазит. Она пингвин. Кто пингвин? Это пингвин с противогазом. Пингвин с противогазом и книжкой. Тетрадь смерти. Это тетрадь смерти? Да. Почему тот чувак до сих пор живой? Ну, она не знает его имени. Микаса 54-65-4. Как было бы жаль, если бы ты сдох, тварь. Микаса 54-64. Ну вот, можешь посмотреть. Когда этот пингвин задохнется? Он не задохнется. Он в противогазе. Когда его противогаз закончится, чтобы он задохнулся? Не закончится. У, он улетел. Наверное, он настолько сильно напердел, что его пар отнес его прямо в небо. Дождь. Какой дождь? Погоди, я думал, это последние два игрока. Так это и последние два игрока, просто когда закончится это испытание, закончится и раунд. Не понял. Вот и я не понял. Так, дайте меня последить. Иди следани. Я не могу следить, я нажимаю на кнопку и... Я не могу следить. Ну, значит, чувак тоже сдох, все. А может, ты можешь последить? Не, ну я только что следил, я уже вышел из режима слежки. Ничья! О! Кто выиграл? Кто? Где? О, там такие вопросы в чате. Низя. Там низи чихуахуа. Так. На боку. Сайдвей? На боку. Может, скеттерд? Давай скеттерд. На боку. Я хочу скеттер. Но я не хочу скеттер. Поздно. Пожалуйста, давай бок. Я хочу, чтобы никто не смог вылезти из своего дома. Ну, и. Раз, два, три. Ёлочка, гори. Скеттер. Блин. Ха-ха-ха-ха. Я тебя убью за то, что ты проголосовал за скеттер. Если достанешь. А я достану. Все, у меня пошел, есть очень заманчивое предложение, с помощью которого ты сможешь подойти ко мне сам. Слушай, у меня Леночка, зачем мне подходить к человеку, который пытается меня убить? У меня есть холодная блоксикола. Ты хочешь ее попить, а? С
смотри, здесь прям посидеть можно, здесь лужайка красивая, да, да, здесь да. Далекие. Блин, а дома разнесены так далеко, круто. Ну, дайте снайперку. Очень близко. Дайте мне залезть в это НЛО и прилететь к тебе, чтобы я тебя смог убить. Прочь с моего газона! Валите нафиг с моего болота! Так, а у кого-то снайперка, блин. Так, ну я вижу снайперку, но снайперка не видит меня, так что все нормально. Вода горит. Горит вода, вода горит, да, да. Ты ж по мне не достанешь, стенки не простреливаются, не простреливаются. Она сейчас убьет вот этого чувака внизу, наверное, если он дверь не догадается закрыть. А он просто, она просто валит. Серьезно, ты ее застрелила? Там сказано, причина смерти наступила на Лего. Ну реально, от такого можно умереть. Так, ну чё, снупер, чё скажешь? Эта карта идеальная для снайпера. С одной стороны, с другой стороны, дома вот так вот станешь, и все. Тебя никто никогда не достанет. Нет, на самом деле геймплей становится в разы пассивней, но, по-моему, безопасней. А что за леденец? Я хочу арбуз. Не жжет этот леденец, не надо этого делать, нет! Но лучше его покушай, вдруг он отравленный, ты умрешь. Кушай, давай, сделай это. Понял, давай. Ладно. Ну покушай его. Хоро... Я еще мороженку не доел, мне нельзя столько но сладкого. У тебя нету мороженки. Как это нету? Вот, мороженка. Ну, ты должен съесть леденец, это же так вкусно будет. Мороженка растворить леденец, и все это будет мороженка леденящая. Я ем мороженое зимой, что может быть круче? Просто скушай леденец. Так, там кто-то упал, или не упал, или чё, или где? А! Бу! А ну чё, ты первее бьёшь? Слушай, ты руку потерял в этом бою. Руки у меня не было изначально. Почему я наносила так мало урона, вот в чём вопрос. Потому что у тебя не было второй руки. Так при чём тут меч-то был только в одной руке? Все, она выиграла, не выиграла. У тебя просто кровь текла из-за того, что у тебя другой руки не было. У тебя был болевой шок, и ты медленнее бил, да. Слушай, а вот такая фишка с вращающимся замком, она была раньше или нет? У меня целых 86 побед. Так, хорошо. Следующий ивент. У меня в причине смерти написано, что я не смог оплатить свой счет по электричеству. Шутаут, кстати, неплохо. Давайте попробуем. Я не помню, чтобы мы попадали в такое. Там причина смерти. Под... Она копала алмазный блок, а под этим алмазным блоком была лава. Шутаут? Один хп! Один хп! Да! Нет! У меня дома с Пасхой состоит. One shot, one kill. Слушай, я рядом с тобой. Смотри, у меня яйцо, арбуз, арбуз НЛО, пасхальное украшение, яйца везде. Но Пасха ведь еще только через... О, чувак катапультировался. Еще только через полтора месяца. Больше ни слова. А? Больше ни слова, все, Пасха сейчас. Пасха сейчас, ладно. Но эта молния уже убила твоих людей, так почему бы она тебе не нравилась? А вдруг эти молнии ударят моё НЛО? Ой, эти соседи затапливают меня. Вот это, кстати, половина яйца под плиткой, вот это прикольно. Почём ты это купил? Это эксклюзив. Нет! Чёрт, я на крышу не залез! Ой! Откуда у тебя полный ХП? У меня не полный ХП, у меня тоже один ХП так же, как у тебя. Я вообще сейчас чудом на крышу залез. Обычно эта штука глючит и не получается. А тут со страху залетел прямо только так. Там крипер? Там крипер? Знаешь, я сделаю свой дом хэллоуинским.
Давай. Еще каких-то полгода. Майнкрафт! Ну, чувак стал этим крипером, конечно, Майнкрафт! Моя жизнь! О, там замок, дайте мне залезть в этот замок. Ты не допрыгнешь. Спорим то, что я допрыгну. Спорим то, что ты не допрыгнешь. Ну, красавчик. Я выиграл. Правда, лоб отшиб себе, ну ладно. Ай, моя шляпа! Да борода это, а не шляпа. Причина смерти. Посмотрел эмоциональный фильм. Расплакался и сдох. Офигеть. И надо почаще читать причины смерти людей. Да. Там такие эпитафии. Oh, no, sons. Что? Как это ра-та-та-та-та-та-та-та на крыше замка. Один хп. Это же не знаю, где это может... Ну, это может, наверное, где-то под это... Под испортить жизнь на немножечко. Ты улетел? Ну потому что у меня был один хп, знаешь. Я остался с крипером. И световой саблей. Слушай, у тебя темный световой меч. Да. Темный световой меч. Звук прикольный. А! Я просто стоял, рубил этим мечом, потом появился крипак, и он меня успел застрелить. В любом случае, я бы тоже взорвался, потому что он разрушил. Это же так страшно. Так, стад или не стад? Или классик? Пиксели. Или скеттер! Скеттер! Пиксели! Скеттер! Пиксели! Я хочу пиксели. Интересно, если бы я его убил первее, но он бы потом взорвался, мне бы засчитали победу или нет? Да, засчитали. Не уверен. Скеттерд. Да-да-да-да-да. Оу, ноу. Оу, я. Я так сильно надеялся, что мой дом будет рядом с тобой. Ха! Слушай, здесь три дома в одном. Я хочу запрыгнуть в этот гроб. Слушай. Да, в гробу я это видел. Да, да, у нас три дома в одном, офигеть. С нами какая-то вон девчуля так внизу тусит. Я всех зарежу. Чем? Конфетами? Да. Это древние китайские конфеты. Древняя тактика зарезания конфетами. Затачиваешь конфету с одной стороны, заставляешь кого-то ее съесть, и она перерезает ему горло изнутри. Да. Ой, блин, страшно. Что ж, у меня есть целых три конфеты. Круто? Не правда ли? Правда ли? Или не правда ли? Не правда ли, правда ли? Когда у меня появится оружие, я не хочу, чтобы она к нам поднималась, да, блин, она сюда идет. Слушай, здесь улей, смотри. Где? Вот, я тут улей. Это лампа. Ну это улей. Лампулей. Это лампа улей. В этой лампе может жить только один человек. Да ёшерас это! Ну блин! Сейчас я понаблюдаю за тобой. Вы недостойны в жизни. Ты ее убил? Да, конечно, да. Кто я? Эй! Ты пикал Рик, чувак. Че ты там? А, чувак в тебя стреляет? Ай. Кинь в него меч. Не делай этого. Спустись пониже, че ты? А я дебил, я не делаю этого. Пониже не настолько ниже имеется в виду. Ну ты сказал пониже. Все, больше никогда не буду прислушиваться к твоим советам. Ага. Интересно. Тот чувак пикал Рик, он стоит еще далеко, и он маленький, в него фиг попадешь сейчас. Ты прав. Он просто соскользнул. Ладно, ребятушки, так мы сегодня поиграли. Спасибо, что были с нами. Надеюсь, вам понравилось так же, как и нам. Увидимся в остальных бесконечных мирах Роблокса. На этом сегодня все. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек. И всем покеда. Всем покеда.